Здесь, в Алексеевке, нужна школа. И здесь она будет. Это стало принципиальной позицией главы курорта и администрации в суде, когда решался вопрос о возврате этой земли в муниципальную собственность. Сегодня идут предпроектные работы по строительству школы. С марта прошлого года этот участок в нашем постоянном досрочном пользовании. На него мы получили технические условия и подали везде заявки на тех условия, получили нашу воду, канализацию. Глава прерывает объяснение. На месте будущего строительства Сергей Павлович собрал ответственных для того, чтобы указать на состояние муниципальной земли. У меня вопрос. Если вот частник, да, физическое лицо, либо юридическое лицо, владеющее землей в любой форме, в собственности, в аренде, будет содержать ее вот в таком состоянии, мы что должны сделать согласно правил благоустройства? Изъять. Что сделать? Сначала привлечь установленную административную ответственность за вот это содержание, а потом решать вопрос об изъятии этого земельного участка. Поэтому у меня вопрос, почему в таком состоянии находится участок? Поручение звучит следующее – привести в порядок, огородить участок, поставить информационные стенды с указанием предназначения этой земли. Еще одно замечание главы курорта касается дороги к детской городской больнице. Улица нуждается в благоустройстве. По этому пути едут жители Анапы и многочисленные гости. Здесь затрат не надо миллионов. Здесь просто надо поставить, закрепить уборщиков и убирать прибордюрку. В торце пересечения с Ленинградской будет клумба красивая, круглая. Она должна быть красивая, потому что сюда едут с детьми. Еще один участок, о котором напомнил заместителям Сергей Павлович, на улице Солнечной. Он зарезервирован под строительство детского сада. Эти 20 соток должны быть приведены в порядок и временно заняты под детскую или спортивную площадку.